Саша, здравствуй. Какое оружие применили в Макеевке? Приветствую тебя, Алексей. Скажу, что Макеевка — это город-спутник Донецка, и он, по сути, перетекает вот один населенный пункт в другой, в столицу Донбасса, и между ними нет никаких видимых географических расстояний. Я хочу сказать, что сегодня Макеевка подверглась минометному удару. У нас сначала была предварительная информация из Министерства обороны Донецкой Народной Республики о том, что все-таки украинская армия отработала градами по этому городу. Однако, вот побывав на месте, уже поговорив с экспертами в одном из дворов, куда прилетел минометный снаряд, все-таки мы узнали, что били украинские артиллеристы, минометчики, все-таки из минометов 120-го калибра, и по счастливой случайности никто не пострадал. Однако вот один из снарядов угодил все-таки вот в двор, где по периметру этого двора, буквально по квадрату, стоят 9-этажные жилые дома, и они сейчас очень сильно пострадали, пострадали коммуникации. Я пообщался с одной из жительниц этих домов, это девочка 12 лет, я предлагаю послушать, как она отреагировала на сегодняшний обстрел. Мы очень испугались и спали в коридоре под полами, на полу прям лежали. Осколки были? Осколки, очень много было осколков, даже у нас около 10 осколков дома было. Очень большой горячий осколок был. Ну, вы испугались в этот момент? Ну, вообще-то да, очень сильно даже плакала. Все тряслось, и вот Саша тоже, он тоже испугался очень сильно. Они тоже рассказывали, что очень сильно, а бабушки вообще окна повыбивало, все повыбивало. В общей сложности в результате этого минометного удара около 300 жителей 9-этажных домов в Макеевке остались без электроэнергии. На место выехали сейчас оперативные коммунальные службы Донецка и занимаются восстановительными работами, так как провода были посечены осколками этих мин. Кроме того, жители уже также приступили к восстановлению своих оконных проемов, так как сейчас в Донецке температура, вот погода все-таки плавающая, и в данный момент минус 4 градуса, это довольно холодно, и чтобы не разморозить свои жилища, донечане восстанавливают, заменяя разбитые стекла фанерой и другими подручными материалами для того, чтобы все-таки оставаться в каком-то тепле. Но если говорить об общей ситуации в самом Донецке, то на фоне вчерашнего относительно спокойного дня сегодня украинская артиллерия била по жилым кварталам практически всю ночь, и эти обстрелы продолжились и сегодня утром, как мы можем видеть, находясь здесь, в Макеевке. Алексей. Спасибо. Наш корреспондент Александр Ланцков работает в Макеевке. Сегодня она снова подверглась обстрелу с позиции украинской армии.